Всем привет! Всем огромный привет от Диты из Канады. Сегодня у нас новое видео, видео с примерками, то, что вы любите. И сегодня просто будем примерять красивые весенние наряды, которые я насобирала у себя в шкафу. Магазины у нас по-прежнему закрыты, поэтому шопинг пока не обещаю, не наблюдается даже на горизонте. Ну, правда, обещали нам дату, когда нас откроют, но даже не хочу ее озвучивать, потому что ее уже переносили несколько раз, так что... Вот. И сегодня я вам покажу просто вещи, которые я просто зашла в свой шкаф и посмотрела, что бы я хотела носить этой весной, на работу или не на работу, если бы мы ходили на работу, и, в общем-то, на что упал мой глаз, и что я насобирала для вас разных брендов, из старых коллекций, из новых коллекций. Просто одежки, просто примерки, просто легкое видео, веселое. Надеюсь, что вам понравится и вы получите удовольствие. Давайте смотреть.
Вот, это то, что у меня получилось. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вы получили удовольствие. Я надеюсь, что вы поставите мне лайк за это видео, если оно вам понравилось, и подпишитесь на мой канал, если вы посчитаете мой канал интересным. Я буду вам очень признательна и благодарна за эти лайки, за подписку, за комментарии. И я всегда-всегда отвечаю на все комментарии. Девочки, которые на меня подписаны, знают. Единственное, что иногда YouTube съедает комментарии. Я просто их вижу, что мне пришел комментарий, и я не могу на него ответить, когда я захожу, чтобы ответить. А YouTube выдает мне какую-то ошибку, или что комментарий не найден, или что-то такое. Так что вот это единственные комментарии, на которые я не отвечаю. Я отвечаю даже на не очень лестные комментарии, потому что если они, естественно, написаны в более или менее нормальной, вежливой форме, потому что, в принципе, каждый человек имеет право на свое мнение, ему тоже может не понравиться то, что я показываю. Так что встретимся в комментариях, дорогие мои девочки, дорогие мои зрители, люблю, целую, ваша Дита из Канады. Всем привет из солнечной Канады.